Привет, народ, с вами Варчик. В этом видео мы посмотрим мой бой на Эль-Халуфе. Танк Объект 430У. Это, наверное, один из самых имбовых сейчас танков именно для рандома. Может быть, каких-нибудь там укрепах ХГК его используют не так часто, потому что там есть 907. Но на 907, допустим, мне не совсем удобно играть, поскольку он такой вот маленький, пушечка торчит. Ничего как-то не опускается. А если взять 430У, то тут и альфа больше, и пушка почему-то опускается как-то удобнее. Танк такой вот подлиннее, и поставить его в рельефе намного проще. Итак, в начале боя на Эль-Халуфе мы тут видим, что я сначала отстреливаю издалека, и это не самое лучшее, чем можно заниматься на объект 430У. Самое лучшее, чем можно заниматься, это бодаться с тяжами в ближнем бою или со стэшками, тоже в ближнем бою. Поскольку этот танк имеет очень хорошую броню, плюс еще у него подвижность довольно-таки неплохая. Конечно, у него похуже в основном подвижность, чем у большинства стэшек, но намного лучше, чем у большинства тяжей. Поэтому мы можем спокойно бодаться и со стэшками, и с тяжами. Выезжаю из-за поворотика, стреляю в тапок Б. Думал, что он КД, но я особо не обращал внимания, поскольку я фуловый, бронированный, играю в топе. И, честно говоря, в этом бою не будет ничего такого сверхсложного. Буду просто использовать свой танк по максимуму. И здесь получу мастера скорее даже не я, а сам танк. Я просто приехал на балкончик. Сразу понял, что враги на балкончик не поехали, поскольку наши союзники поджали сразу вниз. С самого начала боя на базе у нас была куча врагов, поэтому было очевидно, что здесь особо никакого сопротивления не будет. Счет 4-7 на ровном месте. Казалось бы, приехали, развалили фланг, но нет, на базе все плохо. Я еду дефить базу. Большинство, наверное, поехали бы сейчас просто прямо, поскольку всю жизнь едут прямо и карты у них нет. Очков захвата база вражеская у них 1050, а защиты союзной 1010. Ну и процент побед соответствующий. Едем защищать базу, поскольку второй раз шанса защитить базу у нас не будет. Попутно тут, пока я еду на базу, засвечиваюсь. Хотел стрельнуть, но потом подумал, что я свечусь. И причем свечусь на всю карту под артой, и стоять здесь лучше не стоит. Выкатываю здесь, буду добирать шотного, поскольку он какой-то не особо сообразительный, и ему бы сейчас ехать куда-нибудь сейвиться, а он едет в атаку. Ну, мало хп, можно сливаться, чё. Здесь батчат выкатывается не на голде, поэтому бояться особо не стоит, но хп он ненормально так сольет, хотя мог бы и намного больше. Если бы я был бы на каком-нибудь другом танке, а на бачате не сидел бы тот, кто на нем сидел. Добиваем бачата, в принципе, хп он мне нормально слил, но если вы играете на ватном танке, бачат может просто приехать и убить вас целиком. Но поскольку мы играем на 430У, просто приехать и забрать нас целиком не получится. А вот если бы мы еще играли бы сейчас на 907, то, наверное, бы он вообще нас почти бы и не пробил, поскольку на 907 броня еще более кучерявая, чем на 430У. Здесь мастерский выстрел в заборчик, потому что в топе могу себе позволить стрелять как обезьяна. Имбовый прем-танк, Центурион, Рак, что-то там 5-1. Короче, я просто его увидел и поехал в клинч, все. Подставляю ему только лоб, и пробил он меня один раз в начале каким-то чудом, но больше он меня не пробьет, и отправляется он у нас фармить серебро. Потратил ремку, возможно, ее нужно было бы потратить после того, как в меня попадет арта, но почему-то я заметил, что арта какая-то не очень. И все. Дальше еду на объект 263 и просто ему накидываю бочину, пока он отвлекается на моего союзника. Здесь очень важный выстрел. Я навожусь на центр танка, останавливаю свой прицел и жду, когда враг сам катком въедет мне в прицел, потом нажимаю выстрел, сбиваю ему каток и поджигаю.
Очень важно делать такие выстрелы, чтобы врагу было максимально больно, а вам было максимально хорошо. 2-6-3 КД выкатываемся, спокойно забираем. И сейчас включаем режим мансывания от арты. Ездим максимально кончено, в конвульсиях, в разные стороны. И арта по нам, если и попадет, то, возможно, не так больно. Хотя, если рандом захочет, то может попасть и прямо. В принципе, все, бой сделан, осталось поехать и убить арту. Единственное, что перед тем, как убивать арту, я подождал, как Е75 заберется на гору, поскольку арта у нас в клинче попадает довольно-таки легко, то я решил подождать, чтобы Е75 поднялся на гору, а потом ехать уже добивать последнюю арту. Поскольку если бы я сдох, а Е75 только поднимался бы с ямы на гору, то арта могла бы успеть уехать. А так, пока Е75 был на горе, арта вряд ли бы успела уехать. Вот такой вот бой. Просто отыграл, танк себя показал на максимум. В принципе, очень имбовый танк. Рекомендую отстрадать на девятке и получить имбу в свой ангар. Тем более, играя против восьмерок, этот танк максимально себя реализовывает, очень легко на нем играть. Единственное, что он в лоб иногда может гореть, ну, это болеют этим все советские танки в основном. С вами был Варчик, играть красиво, пока.